царя сурового. Кончилось.
град, неоднократно мимо нас будут петь вокруг, стареть, стелить постели и ждать. Бог даст, а небесный калькулятор ни на миг не собьет, и мгновенье, как вино, отсчитает и прольет, что не вместит его. А в зале-то были все немцы, потому что они там не могли попасть, а тут пришли на концерт. И он: вот вы русские, а русских были я и Никитин. Не будете ли так любезно спеть «Тот день»? Очень жизненная песня. «Тот день». Ой, там Леонид Марголин такую аранжировку сделал в этом. Вот на диске, по-моему, «Трепещут люди, скоро лето». А это есть все на МРЗ. Вот это. Я так шучу, не все знают, что МРЗ – это женщина, вот одна как-то купила, четыре диска называются одинаково, МРЗ. Обнимающего меня, я приветствовал в тебе Бога, обнимающего меня.
увлекающего меня. Как раны на сердце.
озябшим прохожим по лицам, по которым скучается мне. Возвращаться пора, как из плена, и гадать, с кем же первым напиться. Разводом метрополитена по большой разноцветной руке. Там сейчас после Нового года тополя в заграничных гирляндах и расщедрилась мама природа. Так что снег бесконтрольно летит, и крещенский злятся метели, и такая стоит непогода, что гаишники окоченели, и полгорода в пробках стоит, и кто-то пишет рукой закрытой на замороженном троллейбусном стекле. Пошло, просто можно видеть.